Аюшки, всем я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале. Продолжаем тут играться, и я тут чё подумал. Ну как чё подумал? В принципе, тут все логично. Где мы находимся? Мы находимся около лаборатории какой-то, видимо. Значит, пока я тут гулял, я что-то еще нашел интересное. Сейчас вспомню, что я нашел-то. А, я нашел здесь какое-то издательство. А кроме издательства я нашел какую-то химеру. И я не знаю, что это, как-то связано с квестом. Не связано, хрен узнает. Еще, судя по всему, здесь есть какой-то проход. Но он заблокирован. Наверное. Не знаю, я до него так и не дошел, кстати. Поэтому я не знаю, надо сейчас что-нибудь выбрать. Так, тайная лаборатория, вот где она. Давайте посмотрим. Она здесь. Хорошо. Нам пока не надо туда. Вот, можно с Неокой поговорить. Давай поговорим с Неокой. Так. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. Password to Hayes's idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Neoka, Charon. Rest of us just thought it sounded fucking. Так, хорошо. Куда? Куда? Ага. Тоже через эту чертову базу. Хорошо. Еще какие варианты? Можно отдать дневник, кстати. Давайте-ка это так и сделаем. Так, где он тут? You look like a Sebastian. You ever get your hands on those pheromone sacks? Man, I must have hunted a dozen, but I couldn't find Manipillars ain't got pheromone sacks. At least I'm getting a good haul of claws. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat gland, так. He'll probably be wanting it back. That's pretty sad. He sure Anyone fool enough to chase after a queen is pretty fucking far from the So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. I bet she'll like that. She's real in any case, I appreciate you. Yay! Я что хочу? Я хочу взять эту нашу бабёху в путешествие, потому что мне кажется, она более живуча, чем вот этот чувак с гранатометом. Я не знаю, как это вообще связано. Бля, опять? Зачем? Я нажал Е. Просто когда ты играешь и по всей игре Е, оно для продажи, для покупки, еще для чего-то, уже тыкать как бы мышкой не надо. И это максимально сбивает с толку. Вот, давай порвать и возьмем. Вот. Отлично. А я думаю, что за фигня? Я как будто, знаете, читы подрубил 24 из 999, а у нас просто патронов столько. Прикольно. Кстати, прокачал я все наше оружие до 25 левела. Это дичайшее дорогое удовольствие. Мне пришлось, ну, раз 10 на этот монарх чертов обойти, чтобы все, вот, все, что не прибито к полу, я все собирал. И это очень дорого, особенно дорогая броня оказалась. Это просто жуть какая-то. Так, ладно. Нам нужно бы немного инженерию вкачать, вот так вот. Взломчик можно чуть-чуть. И вот сюда, и сюда. Вот. Порвать, кстати, можно еще качнуть.
Вот это мне нравится. И потом всех остальных буду вот это качать, чтобы они когда восстанавливали, у них хотя бы здоровье больше было. Так, здесь у нас тараканов вроде не видать. А, так, карта. Заброшенная тайная квартира. Туда я попасть не смог пока. И здесь непонятно что. Пока тоже туда не пускали. Я хочу вот издательство Терры посетить. Мне даже интересно, что это такое. Потому что там вход с телепортом. Так. Кстати, забыл показать. Смотрите, это урон 500 дает. Вообще, жуткая вещь. А это выдает 263, но у нее урон от 200 до 430. То есть это вообще топчик. Давайте пока так поставим. Так. Ну, видите, проход какой-то. Да я просто не знаю, что это, поэтому я... Ага, тут у нас эти тараканы всяческие. Так, это мы все разбираем. Это придется взять. Кстати, не знаю, что случилось, но патроны теперь подбираются вот тут. Сейчас вот я по 10 собираю, да? А в некоторых местах, в ящиках, вот в таких или вот в красных, этих патронов столько, по 150, по 200. Причем не легких патронов, а плазм... Вот, 15, да? То есть, где-то вот их прям туева куча, а где-то это... То есть, плазменные и тяжелые патроны в диких просто количествах. Да, судя по всему, тяжеловато кусается. Неприятно, знаете ли. Сейчас посмотрим, может быть. Это фигня какая-то была. Эть! Чутка не докачал, и вот на тебе. Вот в таких и вот в красных, которые тоже закрытые, бывает просто тую кучу патронов. Не знаю, как это объяснить вообще. Может, глюк какой. И очень не хватает гранат. Так. Воу, отстань от меня. Дикие женщины вообще. Боюсь. Так. Этот. О, видите, уже по 20. То есть... Как бы... Такое количество, что прям... Вообще. Какой-то агрегатор. И вот так вот, блин, проходишь по всем вот этим... Домикам. Собираешь ресурсы, и потом у тебя этих ресурсов столько, что даже пройти не можешь. Настолько тяжело ходить. На засове, окей. Так, всякие эти штуки. А, официально заявляю об оставке, какое-то неизвестное насекомое в носовых пазухах.
Что-то там опасное произошло. Так, смотрим. По оружию что у нас? Ну, патроны, как обычно. Патроны я всегда покупаю. Именно поэтому у меня их так до хера. Вот, кстати, вот это. Даже интересно, мощнее ли оно будет, если его прокачать до 25 уровня, чем... Ну, кстати, урон 204 на 17 уровне. А у нас здесь на 25 столько. Чёрт его знает. Так, это у нас выход туда. Это можно взломать. Блин, опять не хватает. Ну как так-то, ёпки. Видимо, я следующий уровень полностью во взлом перекачаю. Так, вок. Вок, так. Фильтры от запаха. Замена валиков. Так, хорошо. Разбросали тут все. Хорошо. И сразу после того, как я их обоих снес, у меня еще и эта временная шкала восстановилась. Так, обрез нового уровня. Зажигалка. Хотя можно было вообще упростить себе и взорвать почку. Ладно. Тихо. Так, хорошо. Блин, тут... Так, день рождения Терри. Бедный. Так. Чего? Так, потом вкратце расскажете, что тут было написано. Так, тут какая-то проблема с гадом. Да. Ну, понятно. Все вот тут поломали. Так. Кожаный шлем с очками. Медицина плюс 3. Нафиг. Космического корабля. Ну, я так понимаю, мы тут все почистили. Хотя вот еще я вижу. Тесак трясучки ультра. Прикольно. Так. Ну, в целом, усё. Я хочу еще посмотреть, пойти эту химеру, которую я тут обнаружил. Надеюсь, она никуда не пропала. Вот. Вообще, я тут... сейчас карту открою. Вот. Последний рубеж героя. Я вот там вот был. Там, короче, дохрена трупов всяких животных. И чувак валялся, у которого было оружие ближнего боя. Пистолет неплохой. И был пулемет. И я его, по-моему... нет, я его оставил в этом, как его, в сундуке у себя, потому что он типа этот, легкая штурмовая винтовка, 576 урона. Чего? Ну, секунду, понятно, это УВС, а так урон у него 58, потому что быстро стреляет. Нафиг она нам не нужна? Вот. И, короче, там можно пулик хороший найти, как раз для кого-то из наших персонажей.
А сейчас я попытаюсь найти вот эту химеру. Вроде как она вот здесь была. Нет, это огромная жука-матка. Значит, дальше. Судя по звукам, мы подходим. Да, вот, видите, химера. А, ну я думал, что это какой-нибудь жук, но вот я вижу там всякие трубчанские. Возможно, с ней будет сейчас интересно. На, нахер. А я что-то прям, ну вот нашу Фарвати немного помяли. Супер оптика 2000 с шестикратным приближением, что дает возможность вести точную стрельбу на большом расстоянии. Прикольно. Вот, и штурмовая винтовка. Эти на 20 уровень уже покрепче выглядят, но мы ее все равно нахрен разбираем. Тут кого-то пошивали. Я думал, будет посложнее. Ну нет, смотри-ка. И две пустые корзины. Ну чё за издевательство? Эх. А я-то думал. Ладно. Хорошо. Тогда нам надо выбрать какой-нибудь... Это мы обязательно. Это точно. Но там нужен, по-моему, сотый уровень. Поэтому пока не будем ковырять. Кто у нас эти? Вот, вот это выберем. Она тут находится. Шишкачная фабрика. Давай-ка. Вообще, размотали только так. Надо будет, знаете, что сделать? Нужно будет сделать следующее. В следующий раз для нашей этой Парвати прокачать наше оружие. Оно, видите, только 20 уровня. И, может быть, тоже огнемет поставить или что-то такое. Но ей вообще в кайф, я так смотрю. Кстати, они, смотрите, субсвет для нас беленький. То есть они на нас не нападают. И это очень классно. Значит, не так уж и сильно мы им досадили. Так, нужно взять какое-нибудь оружие. Ручная псина. Пошла она. Опу. Кого-то я тут видел. Не может быть, чтобы здесь никого не было. Ну, я же говорю. Мародер-главарь. Тунь, и все. Тунь. Три выстрела. И все. Суперская снайперская винтовка. Вот, видите, по 20 падает. А, преимущество я уже давно заметил. Преимущество обычного оружия по сравнению с энергетическим или еще с каким-то. То, что обычно имеет большую мощность.
ту же кинетическую, так называемую, чем любое другое. Вот, вообще, в Borderlands я играл, причем неважно в какой, в любой вот Borderlands, который вот был, в любом обычное оружие, без каких-либо эффектов, мощнее, чем энергетическое. Ну вот. Ну, в целом, здесь есть как некоторая логика, но все равно. Иногда хочется как метнуть, не знаю, какой-нибудь молнией и всех размотать. Но в итоге пистолет, который обычный совершенно, разносит всех только в путь. Так. Ладно. Харон. Гнездо. Гнездо шукозавров? Ух. Сейчас будет весело. А я думаю, мы сейчас начнем оружие так подбирать, не разбирая его, потому что запчастей у нас вполне себе. Кстати, и лопата. Чтобы оно пошло уже нам в продажу. Так-то мусор мы всякий собираем. Давайте здесь возьмем вот эту штуку. Она все-таки и на ближнем. На нахер! 1000 урона за раз просто. Все? Не, вот эта пушка просто божественная. Она вот как раз таки для таких вот отстрелов крутых. О, отлично. Огнемет берем. Все это пойдет в продажу. У нас как раз скоро 22 уровень будет. Ну как скоро? Но он будет точно. Он будет точно скоро. Вот, мы прокачаем себе грузоподъемность. Чтобы можно было с собой всякого говна брать больше. Так. Great work. Так. Железо пока размещать не будем. Пока по фармим. Я так понимаю, что это тварина отсюда пойдет. А, ну ладно. Пойдет и пойдет. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. Хорошее они место нашли, однако. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, я представляю этот запах, это ужасно просто. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our four of us for a while, scraping together, and Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen. Believe me, I had my complaints. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiate
Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Six folks, one name. Incoming! Так, ну что, где эта жопа? Да нахер! Так. Ох, и насовал-то ей. Танц. Ну что? Жука-панцирь, ожерелье, агрегаторы временного поля. Устанавливает часть шкалы ТВЗ, когда вы наносите критический урон. У эффекта есть перезарядка. Ну, кстати, это очень классно. Легкие боеприпасы, плазменная винтовка, нахрен бы. А, ну да, мы же ее продавать будем. Все нормально. Ну чё, прикольно. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. That makes it stupid. Captain. You mind if we rest a spell before we head out? Так. Странные звуки здесь происходят, ладно. То есть она похоронила их тут всех. Ага. Хотя, наверное, надо было выбрать, чтобы она забрала их. Ну, ладно. Так. Отлично. Еще патрончики. У нас уже два косаря патронов. Два. И это круто. Они возвращаются, конечно, но вот, например, вот этот винтовка, которая заряд накапливает, это вообще жуть, она только жрет. Так, это мы все с вами. Кстати, я заметил, смотрите, теперь это можно добавить к хламу, то есть это просто так вот. Пуньк, 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 пуньк. Все, это в хламе, и это нам теперь не мешает. Где он тут? Хлам. Вот он, все. И мы это просто продадим себе и спокойненько. И сейчас супер будет. И говоря о том, что скоро 22 уровень, он действительно скоро, он, посмотрите, мы за это задание хорошо подняли опыты. Так, дневник. Кэтрин, понятно. Нам нужно вот это. Тут рядом. Тут есть еще какое-то строение. Мы обязательно туда сходим сейчас. Ну что, прикольно. Прикольно. Помогли нашим напарникам. Вообще, я всегда считаю, что напарникам надо помогать, какая бы у них херня бы не произошла. Я и в Dragon Age этим промышлял. И, в общем-то... Сейчас замечательно. Вот это замедление, это вообще божественно. Его как раз хватает на то, чтобы вот перестрелять всех. Получать всякие криты. И все будет замечательно. Так, вон там какая-то фигня упала. Я думаю, надо бы посмотреть, проверить. Правда, никого больше не вижу. Эй, не попали. Right.
That thing crashed a long time ago. It ain't gonna fly again, so don't go getting funny. А! Мин не заметил. Прикольно. Ну ладно. Так, я так понимаю, вон, кстати, наш корабль стоит. Он настолько здоровый, что кажется, что это целое здание. На самом деле, это наш корабль стоит. Кстати, эффект оглушения рядом с нашим баром здоровья не виден. Но вообще, мы оглушены. Так, поднимемся. Его. О. Как нас не видят, я не понимаю. Мародер вандал, до свидания. Ага. Ты вот так поступил, так. Давай-ка мы... Пи-пи-пи-пи-пи-пум. Да... Молодцы. Поспать пока не можем, видимо, потому что рядом враги, нет? Или просто не можем поспать? Ладно. Сейчас наберем всякого барахла. Жители они тут еще зачем-то покрошили, твари такие. Что им жители сделали, непонятно. Сволочи, сволочи. Лично в моем понимании мародеры это те, кто... которые просто... наживается... на всяком мусоре. То есть они мусор собирают, грабят, но не убивают. То есть тут из такой логики я лично предпочитаю считать такие мародеры. Но, может быть, я не прав. Так, импульсный. То ли топор, то ли молот. Так, я вижу там ящик. Надо бы его обчистить. Тут, кстати, где поспать можно. Так. Так, у нас уже... Да, у нас уже перевес пошел. Это бедово. Было бы неплохо торговый автомат где-нибудь найти поближе. Да, бегать не можем. Это хреново. Так. Так уже лучше. Угу. Точно, на 22 уровне повышаем себе этот подъемный вес, потому что это ужасно, когда ты не можешь нормально с собой таскать барахло всякое. Here they go!
Вот опять перевес пошел. Так, хорошо. Что тут у нас? Общее заявление. Так. Тут у нас какая-то информация. Угу. Ну, читать тут не перечитать, конечно. Давай-ка мы это все дело продадим. Точнее, сделаем так. Добавим к хламу. Да, нафиг надо. И здесь у нас что? Кстати, винтовочка. Да, хрен бы с ней. Хрен бы с ней. Вот так вот. Может быть, нам, в принципе, пистолет не нужен. Поэтому давай-ка мы его тоже бэкнем. Сделаем вот так. Как бы. Все виды. Все возможные варианты. И... Нет, это у нас тяжелое. Это у нас энергетическое тяжелое. Понятно, значит. Ну, норм. Ладно. 6 тысяч. 7 тысяч у нас патронов на легкие, которыми мы не пользуемся. Ай, ладно. Хрен бы с ним. Давай-ка мы это все дело продаем. 12 косарей у нас становится, это хорошо. А что тут у нас? Повышает сопротивление. Но это все уже ладно. Хрен бы с ним. Всякие патрушки. Патрушки, не патрушки. О. Что-то интересненькое. Так. Отличный костоправ. Сесил. Не знаю, зачем нам это. Сахарный спецназ. Уф. Так. Отлично. Ну, собирали, блин, вообще. Так, где у нас вход? Вход вот он. А вы тут откуда вообще? Молодцы вообще, девчата. Просто молодцы. Не зря я взял их с собой в команду, потому что... Но они реально классные. Обычно этот Феликс уже просто в сисю, он... Он уже просто валяется. Со своим гранатометом. Так, вмешательство. Введите пароль ископаемое. Так... Вообще не шиша. Так, подожди. Что вы не рекомендовали товаров? Так. Ладно, сейчас разберемся. А, вот лифт. Лифт пока не надо. А я думал, это этот кофе-автомат. Думаю, нифига себе, можно кофе попить себе. Класс. О, видишь, по двадцатке находит. Так. Вот это барахло я забыл попродавать. Но оно, правда, мало весит. Но все равно. А, это кассовый аппарат. Вот он, а чё. Поехали.
Anybody here? Так, давай-ка ты не будешь нам тут этих монстров всяких вызывать своим. Everybody here. Так, кто на засове? Магазинчик. Кстати, магазинчик. Так, попродаем. Мелодия веселый шишкач, класс. Ты посмотри. Ща. Так, хорошо. 135 адреналинчиков. 135. Так. Это продаем. По-моему, я что-то лишнее продал. Да, все нормально. Что-то я тупанул. Оп. Proximity alert. Biology human. Protocol kill all plants. Suspend. Так. Washing company property without authorization. Priming weapons. Executive level password accepted as identification. Be advised. Mantosaur threat level is petrifying purple berry. Please have a product. Да господи. Пурпурика. Ну вот вы тут, блин, наубивали всех подряд. Вот это надо покупать. Прицел яблочко. Яблочко, а в чем разница? А, понятно. Разный урон. Ладно. Это можно собрать? Нет. Я видел, что мне нужны компьютеры, но давайте пока... Хотя бы двери откроем, а то... Без двери прям. Видите, по двадцатке набирается. Хорошо. Так. Где мой 22 уровень? 63 из 15. Так. Так, отлично. Так. Так. Мы же тут еще оружие ищем вообще-то. У нас тут еще. Оружие. Научное, а не какое-то там. А мы к науке хоть и отдаленно имеем отношение, но тем не менее. Так. Шкафчики пустые. Огнемет. Что-то он, по-моему, другого цвета, этот огнемет. Что с ним не так? Огнемет. Так, это у нас есть такая. Ничего необычного. Ай! Охренели тут. Мины расставили. Триста.
Тут смотри, турель. Были. Так, ладно. Пошли пока. Идите посмотрим на засове. Никаких тут подземных тоннелей нет? Просто с огнемета, как нехер делать, их разносят. Супер вообще, супер, молодцы девахи. Помнится, когда еще в Dragon Age играл, я всегда старался выбирать персонажей мужиков. На них наорать можно. Вот. А сейчас я что-то как-то думаю о дека, вот ради интереса попробую и смотрю как-то. Девахи-то как-то проще разбираются с этими, со всеми членистоногими. Наверное, потому что там есть слово «член». Сейчас еще сексистом назову. Это такие словечки. Ну, чё бы нет. Так. Доктор, 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 доктор. Чё, они его туда запихнули? Gotta admit, I ain't got a lot of sympathy for someone willing to experiment on themselves. Or any person, really. А, он решил сам на себе экспериментировать. What an awful break. If thing to do. And look how loved he was for it. That debil он. Так. Вот и 22-й уже. Так, я так понимаю, у жукарой у нас искать в принципе нечего. Они в целом мало чего оставляют после себя. Хорошо. Я хотел все вкачать во взлом, и я так и сделаю. Вот. Так вот. И в способностях я хочу тоннаж себе увеличить. Ну, теперь 240 килограмм я могу как не в себя носить. И это очень хорошо. Я так предполагаю, что можно туда прыгнуть. Так. Угу. Обязательно. Какова вероятность, что я допрыгну? Оп. Это хорошо. Оп. Что-то не вижу я девчат, которые запрыгнули. О, гипнолуч. Мы с вами нашли таинственное оружие. Так, вроде бы как. Неизвестный производитель, урон так себе. Из-за бюрократической ошибки исследовательская группа, специализирующаяся на создании рекламных роликов, была переведена в комплекс по разработке сверхсекретного оружия. В
течение нескольких месяцев она занималась адаптацией своих рекламных роликов для боевого применения и разработала гипнотический луч. Когда ошибка была обнаружена, корпорация немедленно закрыла комплекс, а весь персонал отправила на работу в самые далекие уголки галактики. Достаточно дорогая штука, я смотрю. Но что она делает, пока не очень понятно. Мы ее сейчас, конечно, сюда поставим. Это у нас хлам. И это у нас хлам. Ну, выглядит симпатично. Понятно. Значит, нужно, чтобы что-то было еще. Так, девочки. Я вас покидаю. Спускаются, смотри-ка. А вот прыгну. Уу! Минус одна. Вторая вон спускается. И она тоже полетела. А вот и Ниока. Так, хорошо. Жаль, знаете что? Жаль, что нельзя снять модификацию, пусть даже с потерей, так сказать, ее использования, то есть повторного. Но зато у тебя хотя бы будет возможность перенастроить это же оружие, не покупая второе такое же. I would have liked to see this place before it was all boarded up. I bet it lit up the night. Так, тут у нас какой-то черт остался. Даже много чертей. Я бы хотел посмотреть, что это за хрень. Так, где мы вышли-то? А, получается, вот здесь. Ну, то на чё. Так. Я и думаю, что-то странное произошло. Запечатано. Ну. Поспать можно. Кстати, то, что тут труп валяется, это напоминает то, как мы нашли это, как его, команду нашей Ниоки. Так. А, это вот, кстати, наша это. Дурында. Тут, по-моему, везде жуки. Насколько я помню. А как в этот дом влезть? А. Да, тут жукозавр. О, понятно. Пока на него действует этот лазер, он, соответственно, это самое, как оно называется, атакует остальных. Ну, это прикольно. Но не сказал бы, что это дофига полезно. Так. Продаем не нужно. Так, надо отсюда выбираться. Подключим сейчас топливо. И на этом тогда закончим. You sure we ought to go this way, Captain?
Ну только так можно отсюда выйти. Я надеюсь. Ага, херас два. Опа. Я так понимаю, на лифте-то... Это интересно. Давай-ка мы протанемся сюда. Нифигово мы так обошли-то. Ну вот он нам показывает туда. Что-то я пропустил. А, ну он же, да. Мимо прошел. Очевидного, как обычно. Так. Теперь нам нужно обратно туда бежать. Но, кстати, у нас же тут был еще один тоннель на засове, где как раз таки... О! Смотри-ка. Отключена. Тут еще и роботы ходят. На нахер. Давайте, девчата. Что-то тут с роботами беда какая-то. Они решили на нас понападать, да? Злые какие-то роботы. Так. А, вау, вау, вау. А тут хрен пройдешь, получается. Наверное, надо будет что-то сделать. Четыреста. Охренеть просто. Надо быстрее взлом докачивать до сотки. Но это 4 уровня практически на это убить. Но зато мы сможем тогда взламывать все эти чертовы двери и вообще без каких-либо проблем. Так. Let me take a look-see. Okay. I'm thinking I just gotta compensate for the pressure difference. We burn liquid reaction mass, not gas, and the cells are distributed all through the hull, so I gotta isolate... Of course I did, Captain. Just gave it a little... Это затемнение. There we are. Good as pretty and twice as new. Oh, I just... I'm impressed. I would have just tried to blow the thing up. Так, окей. Ну и, соответственно, да, вот он лифт наверх, и тут мы и туда-сюда. Я хотел вот что посмотреть. Оружие бездны. Почему у нас... Вот это. Еще какая-то исследовательская база есть. Допустим. Район. А, во, вот сюда мы еще не ходили, ребята. Значит, мы туда и сходим. Но, наверное, уже в следующий раз, потому что я смотрю так по времени, нам уже пора бы заканчивать. Вообще, по этой игрушке, наверное, было бы замечательно стримить, но я не стримлю, поэтому приходится записывать и заниматься херней. Опять нам телепортироваться через полкарты? Нет, зачем? Можно вот сюда дойти. А зачем нам тогда... А, это на первопроходец он просто показывает. Я понял.
Ладненько, давайте тогда на этом закончим. В следующий раз пойдем еще на исследовательскую базу закрытую, посмотрим, что там интересное. Потом, наверное, закончим все-таки с основным квестом, ну и посмотрим, что делать дальше. Не забывайте подписываться на канал, заходите ко мне в Discord. Всем удачи, пока.